строительству нового здания Череповецкого городского суда дан торжественный старт! Сегодня очень торжественное и важное событие, которое имеет значение для всей судебной системы Вологодской области. Практически за последние несколько десятилетий впервые начинается строительство большого важного объекта городского суда Череповца. Еще не было таких строек, ну если не считать областной Вологодский суд, который был построен несколько лет назад. Сегодня в Череповце, к сожалению, суд расположен в разных зданиях. Это неудобно для тех, кто вынужден обращаться в суды. Это неудобно для сотрудников судебной системы, для судей. Мы понимаем, что действительно для Череповца это очень важное событие. Это красивое здание, которое украсит окружающую обстановку в данном микрорайоне, которое будет символизировать собой авторитет судебной власти не только в Череповце, но и в целом. Это даст людям возможность, приходя сюда и выходя из этих стен, чувствовать уверенность и справедливость тех решений, которые будут вынесены по их обращениям или в отношении их. Благодаря поддержке правительства Вологодской области, нашего губернатора Олега Александровича Кувшинникова и мэрии города Череповца, и, конечно же, благодаря усилиям судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, вот принято решение об этой стройке. Очень важно, чтобы каждый череповчанин, который придет в здание Череповецкого городского суда, чувствовал себя спокойно, уверенно и комфортно. На самом деле это благо для людей. Какое это благо? Во-первых, здесь постоянно будет присутствовать конвойное подразделение, то есть отряд полицейских. Вот в этом прекрасном здании наши жители, граждане города Череповца, будут решать свои правовые вопросы в хороших условиях. В светлых помещениях, в светлых коридорах, в хороших залах. Это все для них, для жителей города нашего Череповца и Вологодской области. Здание суда рассчитано на 30 судей, поэтому здесь будет 30 судебных залов. Достаточно помещений для судейских работников. Кроме того, будет комната для прокурора, для адвокатов, граждан, которые могут ожидать своего вызова в суд. Кроме того, здание будет обеспечено двумя лифтами, благодаря которым маломобильные граждане могут подняться самостоятельно и принять участие в судебном заседании. Здесь будет парковка на достаточное количество машиномест, поэтому люди, конечно, которые будут прибывать, они будут парковаться именно здесь. В настоящее время у двух зданий судов Череповецкого городского суда, к сожалению, своей парковки нет. Здесь она будет.